Дарить подарки тем, кто в этом нуждается, у супругов Даутовых традиция семейная. Раньше они часто помогали детскому дому, сегодня участвуют в акции «Елка добра». У меня есть ребенок, и, соответственно, я знаю, как дети любят подарки, как верят в чудеса, и поэтому мы по возможности решили и другим детям организовать праздник. Мы решили купить детские сладкие новогодние подарки, так как нам сказали, что возрастная группа детей от 3 до 7 лет. То есть уже такие дети, они любят сладкое, им уже можно кушать сладкое, поэтому решили подарить именно сладкие наборы. Акция «Елка добра» проводится во всех образовательных организациях Нягани. Подарки, собранные родителями школьников и воспитанников детских садов, будут отправлены дошкольникам в Макеевку. Семья Даутовых – одна из первых, кто задала тон новогоднему чуду в детском саду «Рябинка». Это уже вторая партия новогодних подарков, из упаковок которых можно вырезать игрушку или смастерить кормушку. Хотелось бы сказать огромное спасибо не только родителям, но и сотрудникам детского сада. Они активно откликнулись. И вот, видите, результат не застал себя ждать. Но я думаю, что у нас еще пополнятся наши полочки, потому что у нас еще впереди почти 2 недели, и мы сможем сделать новогоднее настроение деткам Макеевки. Тяжело им сейчас в такой ситуации, но Новый год должен быть, и он должен состояться, несмотря ни на что. Акция «Елка добра» для маленьких жителей Макеевки была организована не случайно. 3 дошкольных учреждения Нягани с сентября начали сотрудничать с детскими садами Донецкой Народной Республики, оказывая методическое сопровождение. Так педагоги образовательной организации «Веснянка» еженедельно созваниваются с заведующей детского сада «Клубничка», узнают об обстановке и маленьких воспитанниках. Дарья Николаевна, а вот такой вопрос. Скажите, у вас до сих пор такая ситуация, что ребятишек еще в детском саду нет? Сейчас пока нет. До сих пор. Но мы действительно все ответственно дадим детям и распределим. Мы получили вашу посылку, вашу оплату. Составляет уже 30 часов. Несколько дней назад педагоги Центра развития ребенка «Веснянка» отправляли коллегам в Макеевку гуманитарный груз. Сегодня коллектив и родители присоединились уже к новогодней акции, которую организовал Комитет образования и науки Нягани. Суть мероприятия в том, чтобы подарить радость и тепло самым маленьким жителям Макеевки и не оставить детей без новогоднего праздника. Елена Куксаус, Евгений Несмеянов, Няганский телеканал, специально для телеканала «Югра».